Всем привет, с вами Деликатес, продолжаем проходить Battleship Brigade. Другие бандиты должны быть где-то рядом. Зачем им могли понадобиться сердца? Они же вообще ни для чего их не используют. Нам предстоит это узнать. 8 июля. У меня есть решение для твоей проблемы с бандитами. Встретимся в полумесяце как можно скорее. Наконец-то, хоть какие-нибудь ответы. Так, давайте пойдем. О, это же Зигги. Старый знакомый. Зигги, ты не мог бы мне помочь? Сердца, которые я добыл для Ордеи, были украдены. О каких ворах мы говорим? Ну, относительно организованных. Они называют себя бандитами с сердцами Скарлана. Они ограбили мастерскую Бельхиора. Я... В этом деле замешан Бельхиор? Вот это уже интересно. Спасибо, я твой должник. Нет, но мне нужна была твоя помощь. Да, никакой помощи от него. Ого. Привет, меня зовут Паттисон. Ты один из тех бандитов, которые проникли в мастерскую Бельхиора? Наверт и Крист Паттерсон. Это не ответ. Народ зовет меня НИП, для краткости. Возможно, мясо монстров поражает мозг людей? Так. Не подумай ничего такого, просто я поспрашивала о тебе. Я хочу подарить это тебе. Что? Это мешочек для беспокойств. Когда моя мать была больна, я носила такое с собой повсюду. Он волшебный? Нет, но он помогает справляться с трудностями. Это лучший сюрприз за всю неделю. Определенно. Мешочек для беспокойств. Эзора дала его вам. Он будет хранить в себе ваше беспокойство, пока они не понадобятся. 3 слота в сумке. О, вот это хорошо. Давайте его экипируем. Так. Берсерка хватит надолго. Вот, давайте. Пламенное дыхание действует дольше. Вот, давайте его экипируем. О, неужели она слишком занята? Ищите Пантиду? Нет, я... Она говорила что-нибудь обо мне? Возможно, я сегодня очень занят, так что надеюсь, вы меня извините. Не держи старого гнома в неизвестности, парень. Некая рестораторша сказала мне, что вы симпатяга. Хорошо, что ты пришел. У меня есть план, как помочь тебе с бандитами. Что надо делать? Займись вместо меня кухней, а я пойду по обеденному залу, попробую узнать новые факты. Так, пришли постоянные посетители. Там пришли постоянные посетители, которые путешествовали по самым отдаленным уголкам мира. Хотя бы кто-то из них должен знать, где находится логово бандитов. Может, мне стоит поспрашивать людей? Не спорь со мной, парень. Наша операция должна быть самой быстрой и эффективной. Просто стряпай качественную еду как можно быстрее, а я сделаю все остальное. Ну, окей. Окей. Так, допустим, вот так и... Вот так вот. Так. Вот это полегче будет. Блин, наоборот. Так. Ну, естественно, полегче будем отдавать. Как-то так, да? Так. Вот. Alright. Alright. И вот это тоже сломаем. И тогда с этими разберемся. Так, от ненужного избавились. Блин. Не успели, ладно. Ничего страшного.
Не люблю задания на время. Ух, я шел так быстро, как мог. Вы узнаете что-нибудь? Я слышал много противоречивых версий, но кое-какие из них повторяли чаще других. Давайте. Версия первая. Эти бандиты — шпионы из другой страны. Их деятельность здесь — акт международного шпионажа, цель которого — украсть наши кулинарные секреты. Они? Мне с трудом верится, что эти бандиты, а уж тем более специально обученные шпионы. Версия вторая. Они бродячие наемники, нанятые некой таинственной личностью. Наемники? Версия третья. Эти бандиты были когда-то группой актеров, для которых наступили трудные времена, и они стали преступниками. Это объяснило бы их странное поведение. Жаль, мы не смогли найти конкретных фактов. Я думала, от моих расспросов будет больше пользы. Бандида, все нормально. Я благодарен за все, что вы для меня сделали. На сегодня иди домой, я буду держать ухо востро и постараюсь узнать какие-нибудь новости о них. Ничего нового не узнали. Узнайте у Бельхиора, есть ли что-то новенькое. Кто у нас малыш? Пармезан. Как продвигается поиск другого лекарства? Возможно, я что-то нашла, но мне нужно на ком-то его испытать. Будешь добровольцем? Все что угодно, если вам это поможет. Отлично. Начнем с разложения этих образцов до их простейших компонентов. Так. Ага. Допустим. И добавим... Нет. Еще перемешаем вот это сюда и добавим косточки. Тоже не то. А если так? Как раз упадет и превратится в бонус. Это нам было нужно. Косточки собрались? Да, так. Итого, что нам еще не хватает? Что-то я сделал не так. И больше ничего нельзя добавить. Так, я где-то совершил ошибку. Но здесь все правильно. Начинаем вот так вот, берем зелененькое. Собираем зеленое. Добавляем косточку. Так, мы потеряли бонус. Все, опять не так. Для чего можно использовать бонус? Так, давайте тогда еще раз попробуем. Таким же способом. Избавимся сначала от всех, кто ломается. Вот, избавились. Пока тогда косточку кидать не будем. Давайте тогда... Соберем синенькое. Да. А вот это уже взорвется. Это плохо. Да. Опять что-то сделал не так. Ну, первый ход у меня точно правильный, потому что других тут вариантов как бы и нет. Потому что избавляться от вот этих трескающихся ингредиентов надо в первую очередь. Аж язык уже заплетается. Угу.
Блин, тоже не так. Не хватает. Так, зеленый нахер в сторонку. Сразу синенькое соберем тогда. В принципе, синий у нас недостающий ингредиент, да? Добавляем яд. Черт, я не это хотел сделать. Кажется, я понял, в чем дело. Мы все делали правильно изначально. Собираем это зеленое. Убираем все в сторону. Собираем синее. Все правильно, косточки в сторону. Я сказал в сторону. Вот. Теперь кидаем. Собираем кость. Черт. Может, пока красный соберем? Теперь соберем синий. А с бонусом потом разберемся. Итого. На кого бонус положим? Ну, так как здесь один красный, надо... Красный вообще-то. Все, кидаем. И красный делаем третьего уровня. Так и было задумано. Так, а здесь? Так. Так вот, но вот это сейчас сломается. Если я не передвину этот. Выше. Вот так вот. И этот ниже. Отлично. Восхитительно. Теперь укуси кусочек. Сработало? Ты действительно выглядишь здоровее. Появился легкий румянец. Подождите, что-то происходит. Рассказывай нам все в подробностях. Я чувствую... Нет, ничего, этим никого не вылечишь. Значит, метелковый корень исключаем. Ты в порядке? Да, все нормально, просто немного поташнивает. Ничего у нас не вышло. Еще один бандит. Потерял что-то? Да, кое-что я, что я намерена получить обратно. Посмотрим. Рив сказал мне, ты ему угрожал. Я здесь, чтобы положить этому конец. Серьезно? Вы украли то, что принадлежит мне, а теперь обвиняете меня в запугивании? Ты будешь скулить или драться? Я бы предпочел избежать драки. Не получится. Начинаем. Начинаем. Кухонный Колизей.
Так, теперь надо приготовить два блюда. Ах, нам посчастливилось встретиться здесь снова. Как и раньше, вы будете состязаться перед предлучезарным взором паца великолепного. Но сначала я с огромным удовольствием представлю сегодняшних соперников. Первый из них довольно неприятный джентльмен, потерявший всевозможные сердца. Трэш могучий. Эй, следи за своими словами. Вторая по порядку, но, конечно же, не по силе духа. Мне доставляет несказанное удовольствие представить вам Лотту Сладкоречивую. Твоя лесть благосклонно принята. Погоди, раньше ты вроде нормальным языком разговаривала. Дороти, ответствуй мне, что ты прикажешь приготовить нашим конкурсантам. Простите мне мои колебания, о славный Тейн, но я не могу сделать выбор между двумя вкусами. Воистину, я жажду насладиться вкусами огня и земли. В это прекрасное утро мое желание склоняется к люду, исполненному огне. Так, огонь, огонь, земля, понятно. А теперь без дальнейших промедлений и в зияющем присутствии Дороти я оглашаю наш тематический ингредиент. Лапшерица. Так, да-да-да. Та, которая ползает по стенам. Помним, помним. Ну, не будем терять время. Огонь, земля. Так, ну давайте сверху тогда возьмем. Блин, так быстро убегает, не могу ничего сделать. Так, стоп, не умирай. У меня закончилась сумка. Так, давайте вот эти два гриба возьмем и пойдем наверх. Так, теперь, так как нужны нам фрукты огня, пойдем вниз. Они вроде находятся вроде повыше валькира вот этого. О, вот это комбо было. Его огонь очень полезен. Так, теперь давайте наверх. Там должны были появиться грибы. Один появился. И ящерица. Отлично. О, земляной соус, то, что нужно. Гидра нам здесь не нужна. Это тоже нам не нужно. Давайте вернемся, сумки забиты. Давайте также вниз. Огненный фрукт нам нужен. О, один грибочек. Один гриб. What's your deal, Eddie? His ingredients don't seem that important.
Блин. Не хватает. А если... Вот это вот мне не нужно. Вот это тоже. Вот это возьмем. Давайте вернемся. У нас еще есть 3 минуты. Еще крайний раз я сбегаю за грибами. Да-да-да-да. Определенно грибы. Давайте навестим ящерицу. Возьмем фрукт. Все, места нет под завязку. Теперь можно готовить. Поторопимся. Итак. Давайте готовить. Так, добавляем дальше. Сюда. Готовим. Так, там еще какой-то... Блин, минута. Берем. И теперь только огонь. Так, где этот? Да, вот, хвост лапщерицы. Спина лапщерицы. Давайте берем и возвращаем. Кушать подано. Завершено. Быстрее, Дороти, давай поторопимся и поедим, пока наша трапеза не остыла. Решение судей. Крагмор энд Чипс. Неистово. Огня и... неистовство огня и красота земли связали себя узами брака в этом ярком блюде. Браво! Прелестное сочетание вкусов. А у нас лапки и лапщерицы. Не пречь вкусы, о которых я просила. Вынеси их на поверхность, позволь им дышать. Воистину, твое блюдо нельзя не отметить. Никогда еще мне не доводилось отведать такую симфонию пряностей. Просто 210. Пирожки с мясом огненного волка. Плохо. Много лун назад мой живот пировал, вкусив лапщерицу, и сейчас мой разум горел от нетерпения в ожидании твоего блюда. Воистину, твое блюдо подходит для огненного сердца Тейна. Успокойся, мое неутомимое сердце. Это блюдо заслуживает 10 тысяч похвал. Итого 406. А у нас фаршированные ламповые фрукты в панировке. Быть может, твое блюдо было создано из огня дракона, ибо его вкус столь же жаркий. Слушайте, слушайте все! Стоящее передо мной блюдо заслуживает твоего признания и восхищения. Оно уступает лишь моим собственным кулинарным изделиям. Какой тщеславный. По-любому это актеришки. Вздыхает.
Похоже, мы проиграли справедливо. Лотта, настало время отдать нашему противнику должное. Но, босс, он сказал, что не заплатит нам, если товар не будет доставлен. Позор. Прошу, ответьте мне, Лотта, ты намерена ослушаться моего приказа и разговаривать как обыкновенная плебейка? Ответьте мне, Тейн, как мы сможем добывать пищу для нашего стола, если мы отдадим сердце этому орку? Мы справимся, как справлялись всегда. Вот, возьмите, сэр Траш. Вы упоминали оплату. Кто вас нанял? Зачем ему понадобились мои сердца? Я поступлю бесчестно, нарушу слово, данное нашему нанимателю. А украсть значит честно. Да, потрясающий моральный кодекс. Сердце воды. И у нас... Там... Нам осталось сердце огня. В итоге последний поединок и три блюда. Кто у нас младший пармезан? Ну, это вроде было. Так, и что мы можем поменять? Пламенное дыхание действует дольше. Знаете что, я поменяю его на самонаводящееся пламя. Точность, кому она нужна? Пламенное дыхание автоматически нацеливается на врагов. Я думаю, это будет круче. Хотя бы проверим в следующем бою. Так, ну давайте, отдохнем. Эта ваза напоминает мне мину. Я надеюсь, что у нее дела лучше, чем у меня. Давайте отдыхать. Еще один бой. Я думаю, эта глава закончится. Вот он мечется туда-сюда. 2 из 3. Может быть, последняя? Краш, можно войти? Да, заходи. Я по поводу лекарств, над которым мы с Бельхиором работаем. Одно из них оказалось эффективным? Нет, я боюсь, что ни одно не окажется. Бельхиор говорит, что мы должны пытаться снова и снова, но я уже исчерпала все свои медицинские знания и так не смогла найти лекарства. Я потерпела неудачу. Именно сейчас, когда моя помощь нужна тебе больше всего, мои знания оказались бесполезны. Кирин, у меня было несколько дней, чтобы найти бандитов, а результат всего — лишь 2 сердца. Ты сделала больше, чем я когда-либо осмелился бы спросить. Неудача — это отсутствие прогресса. Ты каждый день узнавала о своем противнике что-то новое. Это важно. Хотела бы я сказать то же самое о себе. Я безмерно горжусь тем, что могу назвать тебя своим другом. Ты работала беспрерывно с тех пор, как я рассказал тебе об Ардее. Ты вообще хоть спала? А ты? Ну, я... не особо. Тогда давай исправим это и для твоей, и для моей пользы. Я уверена, что тебе не помешает поспать ночь. Наверное, ты права. Ты будешь в порядке? Да. А ты? Надеюсь. 9 июля. Кирин была права, я действительно чувствую себя лучше. Доброе утро, у меня есть для тебя кое-какие новости, или, по крайней мере, я надеюсь, что это новости. Прорыв? Да, своего рода. Я тут ломал голову над тем, кто мог бы нанять этих бандитов, и у меня возникла гипотеза. В Академии Аурис у меня был коллега Риксал. Он был талантлив, но ему не хватало способности сопереживать другим. Он сильно разозлился, когда бригада приняла решение финансировать мои исследования из средств университета и попытался саботировать мою работу. Вы думаете, это он нанял бандитов, чтобы украсть материалы нашего исследования? Возможно. Он тоже стал членом исследовательского корпуса бригады, но по его поведению этого никто бы не сказал. Вы знаете, где его можно найти? Нет. Через несколько дней он перестал появляться на работе. Возможно, он считает, что украл у меня важную часть проекта «Амброзия». Чудак. Посмотрим, смогу ли я что-то еще о нем узнать. Спасибо, Бельхиор. Так, ну что-то еще есть. Эй, Эзора. Ты когда-нибудь слышал о личности по имени Риксал? Не, я не могу вам помочь, но, может быть, вы сможете мне помочь? Здесь была милая девушка-орк с колючим конским хвостом. Вы ее случайно не видели? Шива? Ее исключили за драку. Черт, мне действительно нужно было с ней поговорить. Угу.
И у нас тут задание головоломка. Ну, давайте зайдем. Эй, я знаю, что вы оба очень заняты, но я хочу вас попросить об одолжении. Говори. Мне осталось найти всего одно сердце, и оно сделано из огня. Последний раз, когда я держал его в руках, я их довольно сильно обжег. А, можешь не продолжать. Мы можем помочь тебе приготовить блюдо, которое увеличит твою сопротивляемость огню. Хо-хо. Это... Охереть, сколько соуса, но всего лишь по одному. Угу. Так. Это точно должно быть огнем. Как, в принципе, и вот эти. Но из этих я ничего не могу получить. Итак, если мы капнем соуса вот на эти. Перевернем и еще раз капнем. И используем еще соусы вот для этого. Выполнили? Угу. Так, ждем, пока тогда они упадут. Понял, понял, понял. Тут на скорость. Так, вот это... Ага. Черт. А тут цель 50. Не успел. Опять не успел. Вот. В этот раз все получилось. Просто не всегда сразу реагирует. То есть срабатывает на вот это движение. Ого, я чувствую тепло. Не пугайся, это всего лишь блюдо. Но будь осторожен, оно обеспечивает желаемый эффект только в течение 24 часов. Тебе нужно найти последнее сердце до того, как они истекут. Тогда я лучше начну поиски. Спасибо, ребята. Вы когда-нибудь слышали о ком-то по имени Риксел? Возможно, он нанял... Это он нанял бандитов с сердцами Скарлана. Риксел? Он один из наших худших клиентов. Он всегда спрашивает странные ингредиенты и утверждает, что ему нужны по делам бригады. Но мы никогда у него не видели формуляр заявки. И если он в этом замешан, тебе стоит действовать осторожно. Я учту это. Спасибо, ребята. Так, мы можем что-нибудь купить? Нужно ли что-нибудь нам? У нас, в принципе, все есть. Красный соус X2. Базовые синие ингредиенты. Может, вот это оставим пока?
Ик, вам лучше не ходить туда, сэр. Я только что выдал обратно свой завтрак. Да, с вами все будет в порядке. Надеюсь, все. Группе, с которой я путешествую, стало плохо после того, как мы поели монстра. Окей, давайте поохотимся. Ты уже превратил этих бандитов в трупы. Я еще не получил обратно все свои сердца, если вы это имеете в виду. Плохо, но у меня есть для тебя сюрприз. Сюрприз? Не слышу в твоем голосе радости после всех моих трудов. Я уверен, что он приятный? Мне не нужна твоя жалость. Как видишь, там полно скарланов. Развлекайся. Ну, самонадящиеся это, конечно, хорошо, но урон наносит теперь они гораздо меньше. Завершено. Ну, прикольно, если в комбо использовать. Полегчало. Мне немного стыдно, что я потерял над собой контроль. Иногда необходимо перестать сдерживаться, хотя бы на минуту. О, парочка. Вы, парни, уютно здесь устроились. Мы едим пахлаву, хочешь? Пантида ее только-только приготовила. Пантида? Подождите. Цезарь, вы спрашивали у Леонида советы по поводу женщин? Не суй нос не в свое дело, парень. Предупреждаю тебе. О, не слушай его, он просто брюзжит из-за того, что его рассекретили. Ха! Ну тогда я не буду вам мешать, ребята. Так. Эй, ты, стоять на месте! В рычах твоих смысла не найду. Ты видишь, и я не иду. Слушай, мне и так нелегко приходится в последнее время, поэтому было бы здорово, если бы ты вел себя как нормальный человек. По-любому они актеришки. Нормальный – это для меня менее творческих личностей, так что сейчас мы посмотрим, на что ты способен. Или ты мог бы просто у меня игнорировать. У тебя есть сердце или нет? Сие есть дар, который я передам тебе, если ты сумеешь выстоять. Так, задание ресторана я, наверное, выполнять не буду. Давай покончи с этим. У меня есть цель, и я не позволю тебе остановить меня. Воистину, да начнется наша битва, ты не получишь свое сердце. Так, ну у нас... Соусик 2. И бонус за навык, да? Подайте блюдо с 4 вкусовыми драгоценными камнями огня 3 уровня. Ну, с этим мы справимся. Я думаю, там будет та же локация. С валькирами, гидрой, ну и всем прочим. Кухонный Колизей. Да, огонь, огонь, земля и вода, видимо. Доброе утро, наши восторженные поклонники. Этим невероятно волнительным утром я имею удовольствие оставаться для вас тайным пацаном великолепным. Когда я взирал на лица моих товарищей вчера на склоне дня, мой разум заполонили воспоминания из далекого прошлого. И как во сне передо мной предстали актеры, невероятно талантливые трагики, с которыми так жестоко обошлось общество, не помнявшее гениальности. Вот-вот, я и говорю, что это актеры. И тогда я спросил, воистину, что могло бы... Нет, нет, я не хочу больше это слушать. Я сожалею, что вам пришлось бросить актерство и стать бандитами. Я сожалею, что вы оказались во всем этом замешаны. Я хотел бы иметь возможность вам помочь.
Но, пожалуйста, выслушайте меня. Моя жена приближается к смерти с каждой минутой, в течение которой вы тут сидите и разглагольствуете. Она никогда меня ни о чем не просила, но я всегда нуждался в ней. Я не могу подвести ее. Что за необузданный гнев? Назад, Тейн. Этот орк опасен. Это не так. Перемена во мне вызвана чем-то большим. Теплом ее взглядов, длинными ночами, моментами тишины и глупыми шутками, над которыми смеялись только мы двое. Тем, как она улыбалась в тот день, когда я сделал ей предложение. Она вызвана любовью. Мой дорогой друг, в мои намерения никого не входило. Подвергать опасности твою жену. Мы начинаем. Выскажите ваши пожелания, сподвижники мои. Да, давайте посмотрим. И к тому, к столу возвращайтесь. Дороти, вместе с вашей высшей степени, талантливой актрисой Би. Би, создайте эффектное блюдо из воды и земли, достойное звезды моего масштаба. Так, вода и земля. То есть, гидру все-таки придется убить. Я желаю блюда огня, достойное моего утонченного вкуса, равного которого нет во всей Виктусии. Я прошу тебя приготовить мне блюдо огня и земли. Угу. Сэр Дио, мой могучий друг, покажи этому орку пламя нашей страсти. Представляю вашему вниманию превосходнейший тематический игрден этого... А, пискал. Ага, пискал, да, я думал, все-таки гидра будет. Слушайте, мы в ярости, он не заканчивается. Так, а пискал, где пискал? Ну-ка, не ешь. Блин. О, красный соус, это хорошо. Знаете, у нас повышенный урон, то что он в режиме берсерка находится. Мне нужны вот эти вот маленькие пискли. Ну, тут тоже пойдет. Мясо возьмем. Так, закончилось. Так, возвращаемся. Так, сумка заполнила. Ах, как не вовремя. Ах.
Черт. Возвращаемся еще 6 минут. Дракона нет. Но все-таки он вообще не появляется. Так, я думаю, у меня где-то еще минута есть. Давайте возвращаемся. Надо начинать готовить. Так, во-первых, давайте начинаем с желудков по каждому блюду, да? Чтобы не забыть этот ингредиент. Он по-любому должен быть и в блюде. Так, 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 так. С чего начать? Давайте окорок дракона тогда. Ребрышки Гуруна. Давай, готовься. Еще прибавим стейка. Жаль, от косточек никак не избавиться. Окей. Тут добавим еще острого соуса, что ли? Еще стейк с дракона. Понял, понял. Так, давайте тогда вот так, по сторонам. Еще стык и дракона, да? Так, ну больше, наверное, я ничего не сделаю. Прошу. Так, давайте теперь займемся чем? Давайте... Так вот. Зеленых избавиться, слишком много зеленых. Время еще есть. Все отлично, возвращаем блюдо на свое место. Вот вернем на зелененькое. Сюда и давайте кинем, чтобы перерабатывалось уже. Хм.
Так, я немного запутался. Так, что к чему? Так, слева я готовлю. А, ну да, все правильно. Мне отсюда осталось что-нибудь. Вот такое еще добавить, допустим. Вот так вот. Давайте соуса. И... Блин, надо еще добавить. У нас есть только вот так. А тут, пожалуй... Не успел, как хотел. Блин, даже поставить не успел. Анимация долго срабатывала. Би, Дороти, приступим к пиру, который перед нами. Решение судей. Блин, не знаю, справился ли я. Ньоки с королевскими бобами. У меня весьма конкретные диетические потребности, которым твоя пища не соответствует. Пискал не настолько редкий ингредиент, чтобы оправдать этим его присутствие. Вода и земля – идеальные партнеры, ни один из вкусов не затмевает другой. Угу. Это не самое плохое, что я пробовал, но мне не хватает какой-то искорки. Паэлья с желудком пискла, сердце дракона, яйца щупальца пискла. Вкусы, которые я заказал, играют лишь незначительную роль в твоем блюде. Не часто мне доводится пробовать блюда столь же прекрасные, как я сама. Отличная работа. Тортеллини с помидором Панамой. Быть может, твой пискал убежал от тебя? Мой язык ощутил лишь малую толику огня. Вам следовало добавить гораздо больше этого вкуса. Увы, я многого ожидал от этого блюда, но ожидания не оправдались. Итого 209. Паэлья с желудком пискла. Огонь! Твоей любви оставил свой след на моем блюде. Огонь в этом блюде подчеркивает ваше тонкое понимание, сила специй, отлично. Так, пока что выиграем. Я имею честь объявить твое блюдо истинным произведением искусства. У нас 404. Каноли с ягодой така. Неистовство огня и красота земли связали себя узами брака в этом ярком блюде. Браво! Я хвалю тебя за труд, который в него вложен, но мнится мне, тебе стоит повысить свое мастерство. Но мы уже его выиграли. Паэлья с желудком пискла. Скромная попытка, я предпочитаю грубый и беззастенчивый вкус. Хорошее блюдо, но ходит молва, что ваше мастерство безупречно. Возможно, это просто слухи. Да, последнее блюдо у нас вышло не очень. Ну ладно. Сэр Траш превзошел нашего сильнейшего товарища. Я провозглашаю тебя победителем. Победа. Все. Теперь отдайте мне свое сердце. Мое сердце. Я остаюсь человеком чести, я дам его тебе, но я прошу тебя, скажи, что случилось с твоей женой. Да, мы ждем твоего рассказа, затаив дыхание. Люди, вы что, не понимаете? У меня нет лишнего времени, я и так уже достаточно его потратил, гоняясь за вами. Правда состоит в том, что у нее лихорадка от темного царства. Никто не знает, как она ею заболела. Но эти сердца — единственное средство, которым можно попытаться ее вылечить. Они — моя единственная надежда. Трагично. Романтично. Драматично. И притом интересно. Это просто самый трогательный рассказ, который когда-либо слышали мои уши. И подумать только, что мы те злодеи, которыми не должны быть. Я, пац милосердный, хочу принести наши искренние сожаления и даю тебе торжественную клятву в том, что мы оставим бандитский путь и вернемся в сферу театрального искусства. Здорово. А сердце? Оно твое, не так ли? И чтобы поднять драматизм ситуации, узнай крупицу важной информации. Тайное убежище Риксела находится в подвале под Королевской площадью. Делай с этой информацией, что хочешь.
Ах да, драматический момент. Спасибо. Вы, мой дорогой сэр, навсегда останетесь почетным членом нашей разношерстной труппы. Призовите нас, когда вздумается, и мы явимся на ваш зов, всегда готовые помочь. Серьезно, мне нужно идти. Конечно, устремись вперед к своей цели. Пусть тысячи упрямых бауронов мчат тебя к месту твоего назначения. Сердце огня, одно из трех сердец Йоку. Кровь в нем кипит. Так вот мы нашли все три сердца. Кирин, Бельхиор, я принес последнее сердце. Молодец. Скорее, дай его мне. Мы можем, должны немедленно начать процесс дистилляции. На это по-прежнему потребуется 12 часов? Без этого никак нельзя. Для этого, чтобы надлежащим образом гидролизовать сердца, их необходимо варить при низкой температуре много часов. На самом деле 12 – это минимум. Если варить меньше, вытяжка может оказаться неэффективной. Не могу уже дождаться, когда увижу ее. Может, я что-то могу сделать? У тебя добрые намерения, Траш. Но ты должен думать о том, что будет лучше для Орды. Спешка на этом этапе приготовления может иметь чрезвычайно негативные последствия. Я знаю, знаю. Вы правы. Просто мне нужно стоять в стороне и ничего не делать. Приходи с первыми лучами зари. Остальное предоставь нам. Так, давайте на этом закончим. Серия и так затянулась. Всем спасибо за просмотр. Пока.